Бобры – искусные мастера в своем деле. Строительству плотин люди научились именно у этих смышленых животных. Бобры сооружают из поваленных деревьев плотины, вызывая подъем уровня воды перед ними. Они создают каналы, по которым сплавляют бревна к плотине и плавают за новыми деревьями. Бобры строят два типа жилищ – норы и хатки. Хатки – это плавучие островки, сделанные из кучи хвороста, перемешанного с тиной, высотой 1-3 метров и диаметром до 10 метров, имеющие подводный вход. Заводи им нужны для защиты хаток. Бобры питаются корой и молодыми ветками деревьев, которые для этого специально валят, подгрызая основания. Они могут проплывать под водой до 750 метров, пребывая там около 5 минут и дольше.